Василий Александрович, ваши комментарии по игре. Перед игрой ставилась задача выиграть сегодняшнюю игру для того, чтобы остаться в серии, сделать счет 2-1, чтобы команда соперника тоже немножко занервничала, и мы в завтрашней бы игре, если бы сегодня все было удачно, хотели, конечно, вернуться в Югорск. Но по итогам сегодняшней игры, к сожалению, желание победить, наверное, пересилило желание не проиграть, я бы вот так сказал. Но это плей-офф, где-то оставалось большое количество времени, там несколько секунд, мы неточные передачи вроде как бы друг другу отдали. У нас атака пошла, мы перехватили, и вот тут у ребят загорелись глаза в плане того, что хотели убежать в контратаку и забить гол победный. Но, к сожалению, тут так бывает, что кто-то не дотянулся, кто-то посчитал, что нужно идти в нападение. И нас такая мастеровитая команда, как «Газпром», конечно же, не простила. Самое обидное, конечно, за игроков очень жаль, потому что, ребята, полевых игроков было всего 8 на сегодняшнюю игру. И они так старались, так пластались. Я думаю, что все это видели, все это оценят. Они могли, они так герои, но они бы вдвойне герои, если бы они сегодня, конечно же, победили. Но, увы, мы не в финале. Поздравляю команду «Газпром» с выходом в финал. Наша задача — подготовиться к нашему финалу. За третье место, не побоюсь слова, для нас это тоже финал, потому что все-таки на кону стоят медали, которых у нас не было и давно, и которые очень-очень хочется выиграть. Постараемся приложить все усилия для этого. А «Шестер» поправится в матче за третье место? Я уже боюсь говорить, у нас все будут здоровы, так будем говорить, потому что сколько мы кого не ждем, где-то в какие-то моменты раз немножко не дает то нога играть, то еще что-то. Так что надеюсь, что все будут готовы, будем так. Надеемся на лучшее. Спасибо. Спасибо большое.